have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Посмотрим, что у нас по психике. Блин, я забыл в управлении. Ладно, разум начал потихонечку проседать. Я до сих пор так и не понял, от чего у нас зависит наше состояние разума. Но, я думаю, что вы заметили, что на прошлых выходных у нас была только одна серия, и тому есть явные объяснения. Во-первых, у меня просто физически не хватило времени записать вторую серию. Ну, как бы я вам изначально говорил, что это опционально, поэтому надеюсь, никто не в обиде. Во-вторых, я походил и немножечко, во-первых, полазил. Он сказал, что я схожу в библиотеку за кадром. Я не сходил в библиотеку за кадром. Этого не случилось. Поэтому я хотел бы кое-что сделать. Во-первых, где у нас там это было? Сейчас. В книгах это было. У нас была карта 1 и карта 2. Я их немножечко поизучал и, честно, не пришел ни к какому выводу. Но, хорошо. Я пошел и немножечко поискал информации по этому поводу. Нашел ее. Честно говоря, вот я вам сейчас признаюсь, если бы я не нашел информацию, наверное, бы я не совместил эти некоторые факты, но про карты потом. Во-вторых, перед тем, как пойти в библиотеку, я решил походить и немножечко попадать, насколько это возможно. Падения у нас тут бывают как положительные, так и отрицательные. Сейчас, по-моему, вот это место, ну-ка. Вот, если бросить камень. Не так глубоко, вот. Да, это место. И мы можем здесь спрыгнуть вниз. Собственно, вот на вот этом вот моменте, я как только это увидел, как только сюда спрыгнул, я остановился, дальше я не ходил. Поэтому пойдемте сейчас смотреть вместе. Я без понятия, что там. Так, хорошо. Факел, наверное. Да, мне моя психика еще дорога, наверное. Погодите, тут какая-то лестница, а тут? А тут вроде ничего, ладно. Не знаю. Че вот это такое? Так, перед тобой древний стол с множеством углублений в форме рук. То в тексте сказано: пропитанные кровью войны, копье, несущее силу 40 мужей. Че, какая-то имба-пушка, что ли? У тебя есть... Отрезанная рука? Серьезно? Может... Она отлично ляжет в углубление. Положить. Блин, а я собирался все эти части, как вы там говорили, скармливать волчице... Рука. У меня еще одна, кстати, рука осталась. И нога одна осталась. Сырое мясо. Погодите, минуточку. Так, оружие. А руку скелета туда нельзя положить? Или достаточно острое, может быть, использовано как оружие? Хотя рукой скелета у нас девочка дерется. Ну-ка, если еще раз... Древний та-та множеством рук. В текст написано та-та-та-та 40 мужей. Отрезанная рука. Полож... Ну, я могу еще одну руку положить? Отлично. Руку скелета, да, ее можно положить. Супер. Есть еще одна рука скелета, да? Ёлки-палки. Так, а я ее отобрал у девочки или где? Да, прикиньте, я у девочки отобрал руку скелета. Я сейчас туда пойду. Я же не зря это открыл. Я нахожу факел. Это очень... Блин. О,
опиум. Ой, опиум это, ну блин, это конечно плохо. Опиум это плохо, ребят, запомните. Но в рамках этой игры опиум это хорошо. Что за нафиг? Что за копье судьбы? Чем психика еще нормально держится? Огромное копье лежит на столе, с первого взгляда оно производит пугающее впечатление. Мы миазму взяли, что я это не возьму? Сергальское копье. Сергальское. Мне это должно что-то говорить? Так. Офигеть! Тяжелое метательное копье. Используется сергальскими племенами в северных районах западно. А можно не метать его? То есть у него оружие больше, чем у... Ой, оружие урона больше, чем у миазмы. А, ну двуручное. А, ну... Я не помню, у меня рука на месте или нет. У меня руки вроде на месте. Знаете что? Погодите. Так, ты... У тебя ритуальное копье. Я могу... Ай, да чтоб тебя. Я могу своей психикой более-менее управлять. Поэтому, наверное, я буду ходить с миазмой. А вот эту вот штуку вместо ритуального копья... О! Причем, а ножницы у нас... Даже... А это лучше ножниц. Если бы она не промахивалась, я был бы вот крайне рад этому. Хорошо. Я такой находке рад. Кстати, а у нас подучить нечего. Пустой свиток. Свиток фехтования. На тебе, держи. Слабеет от голода. Не, блин. В смысле слабеет? Да вы че? Какие 40... Ёпарас, это когда вы так жрать-то успеваете? Так, там у нас стоял какой-то мудила. А вот эта лестница куда ведет? Что-что-что? А, это... Что, серьезно, что ли? Это здесь? А, я знал, что тут что-то не так, но чтобы настолько... Хорошо. А, я бы тогда, знаете, что я бы сходил... Хочу ли я сходить сохраниться? Это я где сейчас? Возле маяка. А в древности... Так, минуточку, смотрим. 90 разум. Смотрим, восстанавливается у нас тут разум или нет. В древности, я так понимаю, этой штуки не будет. Она внизу была сейчас. Да, откуда ему тут взяться? Это было бы глупо. Блин, это... Там, ну, тебя. Да, смотрите, разум восстанавливается. 91. Давайте, пока разум восстанавливается, мы, может быть, и крафтанем что-нибудь. Смесь, кстати, красный-синий. Да, хочу. Зеленый. Грибы. Я могу парочку этих сделать. Так, ладно. С голодом у нас определенные проблемы. Хорошо. Пойдем... Блин, хочу ли я сохраняться? Не хочу. Мы, по-моему, не так далеко, или мне кажется? Ну-ка. Да, туда можно дойти этой стороной. Хорошо, сейчас я сохранюсь и вернемся. Это, не знаю, просто превращается уже в какой-то... А, вы мне предлагаете перезаписывать? Ладно, тут только 20 слотов на запись. Мы уже с вами наиграли 7 сколько-то там часов. 4 раза подряд мне выпадала решка, хотя нажимал на орел. То есть, ну, это просто уже за гранью добра и зла. Вот такой вот способ сохранения. Нет, я понимаю, что когда есть риск, окей... С этим у меня спора нету. Эта игра довольно хардовая. Если у тебя есть риск, что тебя схватят за задницу, пока ты будешь спать, хорошо. Но я специально зачистил это место. Фигли
игра мне говорит такая: чувак, все равно у тебя не будет получаться спать. Ну, не знаю, как по мне, немножко неправильное решение. Заодно я пока что покормил волчицу. Блин, да и нам бы похавать надо бы. Крепного рога, у меня пару штук всего осталось. Но оно на фулку. Блин, оно на фулку. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Теперь я на самом деле опасаюсь. Использовать какие-то вот эти вот руки, ноги и всякое такое в качестве корма, потому что, ну, фиг его, где оно мне еще понадобится. На, капустой похавай, и все, с тобой будет хорошо. Хочу ли я факел? Блин, менталка-то уходила потихонечку, пока я бегал туда-сюда пересохраняться, ладно. Пойдем посмотрим, что там дальше. Теперь, когда у нас есть шорткат сверху вот такой, это тоже довольно удобно. Интересно, что там за чувак? И вот это вот тоже выглядит, я не пойму, туда можно пройти, не можно пройти. Что вообще тут происходит? Хорошо, по крайней мере, мы что-то нашли новенькое. Опять же, к библиотеке я обязательно схожу, потому что я потом осознал, что я ее плохо обшарил в современной реальности. Там были какие-то штучки со звоночками ходили, я, наверное, хотел бы их... А, стой, вы не... Я думал, там пустая телесная оболочка стоит без дела. Найдите... А сколько у вас тут? Фига себе. Слабеешь от голода? Не надо. Ну, вот не делай так. Давай ты капусточку еще схаваешь. Слушайте, а капуста офигеть как утоляет голод. Она просто забивает же... Ух ты ж, ё! Ух ты ж, ё! Ой, бутылочка Эля. Печь для различных алхимических целей. Изнутри до сих пор сочится... Да блин. Интересно, а... сочится сгоревшая субстанция. Ношение как таковое... блин, как ее? Миазмы. Оно ускоряет расход... Синие травы, офигенно. Ускоряет ли это расход нашей психики? Или нет? Учение Грагота. Учение Альмера. Надо все это почитать. Я видел, там был еще про... Еще одна лестница, вы издеваетесь? Кожаный шлем. А, кожаный мешок, ладно. Капуста, блин, два томата. Ой, почти все, что я потратил. Сыр! Серьезно, почти все, что я потратил, мне вернули. Хорошо, перед тем, как пойти на эту лестницу. Хотя мне интересно, куда она ведет. Там вроде как было еще одно местечко. Если это все оживет, я офигею просто на месте. А, нет, спасибо. Хотя, пожалуй... Что, блин? Состояние в лучшем состоянии по сравнению с остальными. На нем есть маленькое отверстие, через которое ты можешь добавить свою кап... С чего бы мне это хотеть сделать? Сочится какая-то черная жидкость. Зачерпнуть. Стеклянный флакон, черная жидкость. Что она дает? У меня куча стеклянных флаконов, вот 19 штук. Я могу ими черпаться направо-налево. Что за черная жидкость? С загадочной жидкостью. Ну, наверное, я тогда хочу, чтобы мне ее было, ну, штучки там, не знаю, 3-4. У меня все равно куча стеклянных флаконов. Ладно, я думаю, мне пока что хватит. Я не знаю, что она делает. Обыскиваешь урну. Курительная трубка. Я просто в восторге. Резервуар с водой в скверном состоянии, и его не получится использовать. Очень жаль, что он в скверном состоянии. Так. А с чего бы мне сюда... Блин. Я же об этом... Блин. Добавить кровь. Ты прокалываешь себе палец и выпускаешь немного крови. Давайте без заражений, пожалуйста. Кровь смешивается с водой самым причудливым образом. Красный след крови медленно завихряется в центре резервуара. В середине кровь концентрируется и постепенно начинает набирать массу. Что происходит? Оболочка человека полностью сформирована. Я что, собственного клона вырастил?
Ты создашь клона по своему образу и подобию, пустыми глазами смотрит на тебя, не осознавая ваше сходство. Судя по всему, клон не способен на осмысленные действия. Чё я только что сделал? Не, погодите, пока без факела похожу. Это вообще нормально? Я собственного же клона сделал. Может, я смогу у него как-то себе ногу отрезать, там, руку, я не знаю, что-нибудь. Что, блин? Это как вообще? Это законно? Отодвинуть. Где я сейчас окажусь? Это он же за мной ходит? Или... Погодите, а это случай... А, да. Я понял, где. Это там, где мне предлагают... Черт с ним, я зажгу факел. Я думал, что я куда-то посветлее вылезу. Это мне там, где мне предлагали там кого-то подвесить, убить, подкрутить, что-то такое, да? Вот тут это же место. Погодите, этот клон тут неспроста. У меня хоть заражение-то точно нету с этого всего. Кстати, синий флакон, раз уж я разжился немножечко. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Просто будем чуток получше в форме. А то, ну, мало ли, драка, а я в таком состоянии. Это крайне странно. Слушай, Миазма, заткнись, пожалуйста. Погодите, но мне предлагали... Нет. Да? Мне предлагали... кого-то под... Ну, это же было в прошлом. Крайне странное подземелье, крайне странный клон. И вообще не знаю, что происходит. Где это все? Погодите. Ну да, да, это вот это место. Тут у нас вроде же бесконечная дырочка-то, да? Бросить камень. Похоже, внизу что-то есть, но падение было весьма продолжительным. Ага. И мы сейчас... Мы, кстати, возле маяка находимся. Давайте я на секундочку гляну. Так, тут можно вниз пройти. Куда нас это будет вести, напомните? А, точно, это нас будет... Тут у нас висел этот чебурек, точно. А наверх? Наверх. Сейчас, я пытаюсь сообразить, как это все связано. Это же все явно должно быть как-то связано. Это не может быть все просто так. Да, слабеет от голода. Черт, как, когда ты уже успел послабеть-то от голода? Дайте мне... Дай, капустой заткните ей рот. Волчица, ты серьезно? Слушайте, капуста хорошо затыкает голод. Так. Это нас приведет к точно тому, к такому же месту. Я думаю, что... Сейчас, погодите, ребят. Я, наверное, сохранюсь, и мы продолжим. Оп, и мы снова здесь. Хочу пару вещей глянуть. Во-первых, в этом мире... Так, маяк у нас находится прямо... Нет, не прямо здесь. Он находится где-то... Ну, ладно. Я хочу посмотреть, что будет твориться...
А почему наш клон даже в древности здесь? Так, 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 погодите, погодите, погодите. Вот это вот немножечко меняет вещи, потому что клона-то мы сделали не здесь, клона-то мы сделали в другом времени. А почему он здесь в древности? Он вместе с нами пере... Да ладно. Да. Дайте мне тогда сейчас опцию клона сюда подвесить. Рычаг заклинило. Рычаг заклинило. С полка свисает цепь, они ждут начала жертвоприношения. Да! Телесную оболочку, пришедшую за тобой из подземных пещер. Принести оболочку в жертву. Давайте, я не знаю, но как бы ладно. Primary pain и secondary pain. Черт, это головоломка, да? Там что-то ходит! Твою за ногу. Давай подеремся, ладно. Ты кто вообще такой? Измученный. А, так. Погоди. Сколько у меня взрывных? 2. Пофиг, применяем. А ты вот эту руку ему отруби, пожалуйста. Спасибо. Так. Какой нафиг промах? Ты чё? А, привет. Смесь. На кого? Да на себя же смесь. А ты вот... Ёлки-то палки. Спасибо. Сколько у тебя хпшки-то? Каким образом ты промахиваешься столько? Ты не подскажешь мне? Так. Атака по этой руке. Ты. Предмет. Смесь. На нее? Нет. Нет, нет, нет. А ты предмет и... Ты все равно промахиваешься, блин. Где у нас синий флакон-то? На Мунлес, хоть чуть-чуть. Ну, хоть он тоже частично стал... А, потому что он двумя руками типа бьет. Ой, блин, да хорош. Так, предмет. Па-па-па-па-пам. Синий флакон. На Мунлес, да, мне бы ее защитить как-нибудь. Попади, пожалуйста, я тебя очень прошу. Какой промах? Какой, блин, промах? Он решил девочку, кстати, убить. Похоже, я не зря сохранился, кстати. Раз уж на то пошло. О, 782, прям красиво. Девочке хана. Да. Она очень много промахивается. Измученный, повержен. Он истощен и сильно избит, но его глаза до сих пор пристально наблюдают, не горит огонь ярости. Ты хочешь что-то сделать, обыскать. Нет ничего ценного, его кожа липкая, отвратительно смердит.
Избит, да-да-да-да-да. Ударить. Несмотря на твой удар, измученный все еще тяжело дышит. Может быть, это задержит его еще на пару мгновений. Задержит! В смысле, я его не убил? Это говно... Это говно бессмертно? Черт, ладно, ребят, погодите. Забрал я у нашей Дарс это копье, не знаю, она так чудовищно мажет. Я ей дал акульи зубы и дал щит, потому что, ну, акульи зубы дают 75 урона, а обычное копье 79. Там размен на 4 урона идет. Но при этом дополнительная защита от щита, я, пожалуй, предпочту получить 4 поинта защиты в обмен на... Ой, получить дополнительную защиту на 4 поинта атаки, поэтому ладно. Это просто сейчас было вот не это, тут вам не здесь, вообще как-то не так. Блин. И как мне его убить? Ну, я понимаю, что это все частично из-за того, что мы так много промахивались, но все равно он очень крепкий чувак. Я даже не знаю, как его теперь бить. Ну, то есть, я понимаю, что его оружие надо бить, но... Ох. Я даже не скажу... Нет, ну не знаю, как насчет вот вороны, сильнее вороны или не сильнее вороны этот перец. Но как-то все равно очень неприятный чувак. Он вроде как не наносит каких-то таких, ну, страшных повреждений, но он бьет дважды по два раза. Это отвратительно. Вот, еще вот эти цепи это вообще что-то просто неимоверное. Так, ну хорошо, но зато, по-моему, мы нащупали какой-то правильный путь. Что мне с ним делать? Знаете что? Книги. Я не могу ничего изучить. Справочник убийцы. Такие содержащие инструкции по освеживанию животного, гуманоида, используйте нож для шкур, это все было. Будьте осторожны. Я хочу, может быть, почитать какую-то литературку интересную. Дневник капитана. Братство, дневник капитана. Алхимия. Неизвестного стражника, рыцарь из... Это мы все учили. Я бы хотел какое-нибудь заклинание хорошее. Кстати, может быть... Ну, не знаю, я его бью на 500 с чем-то. Да, принести оболочку. Ну, то есть драться с ним прямо обязательно, да? Так, у меня вроде как никто не голодный. Умений у тебя вообще никаких, блин, надо было ее учить чему-то. Так, метательный нож. Если мы не будем промахиваться, то все будет хорошо в этой жизни. Спасибо, Дарс, но просто умница. Ладно, по крайней мере... Он промахивается тоже немножечко. Уязвим, отлично. Добиваем вот эту руку. Предмет метательный. Сюда же. Атака на эту же руку. Давай, давай, давай. Отрубили, наконец-то. О, она попадает. Да блин, что ты... что ты одной рукой-то бьешь два раза? Ты... Какие нафиг цепи? Знаешь, куда можешь сходить? Может, ему по ногам, кстати? Ладно, вот эти вот цепи... Не, какая атака? Предмет. Смесь травок. Давай-ка лечи мне, Дарс. А ты у нас будешь вот эту руку бить. Уязвим, хорошо. Да какой промах? Да вы прекратите сегодня или где? Это вообще законно или... Да, хорош! Не промахивайтесь! Так, предмет, смесь. Меня полечи, пожалуйста, а ты вот эту вот руку...
Да как? Фух, блин, наконец-то. Теряет равновесие из-за ран. Отлично. Побеждаем. Повержен, но еще дышит. Но истощен, сильно избит, но его глаза до сих пор за тобой горит огонь ярости. Ты хочешь сделать что-нибудь, опускать? Нет, это опять на время, блин. Может, его придет задержать. Я не хочу его задержать, я хочу его убить, блин. Я так понимаю, что вот эту штуку нужно как-то привести в равновесие, или где? Чувак, давай ты не будешь вставать, и все будет хорошо. Че, не получилось, что ли? Погодите. И что это значит? Вот... Ну, он лопнул, там был звук такой. А, не, кровь пошла, погодите. Кровь потекла по этим штукам, кровь пошла здесь. А, не-не-не-не-не-не-не, я этого перца знаю. Вроде что-то сработало, погодите. Чертов факел, давай. Потекла кровь везде, окей. Я не знаю, что это мне дает, но вот... Не надо слабеть от голода, черт. Возьми... Возьми сыра. У тебя ж кровотечение... Кусок ткани, на. Так, флакон, яйцо, капусту. Ну, на тебе капусту, короче. И на тебе капусту. И... сыр. Ладно, ладно, ладно. Мы эту штуку лопнули, я не знаю... Правильно ли я сделал или неправильно? О, теперь туда везде тоже кровь потекла. И что теперь? Ты что-то слышишь, как будто нечто поднимается из бассейна крови. Нет! Чтоб тебя приподняло и ни разу не опустило, блин, синий флакон, пожалуйста. На-на, давай. Ребят. Да не... Хотел сказать, работаем все вместе и не промахиваемся! Предмет взрывной. Нет, не взрывной. Или взрывной. Давай взрывной. Черт с тобой. Взрываем тебя к черту. Вот эту руку отруби ему. Есть. Есть. Не промахиваемся. Предмет питательный. Какие же... Нет! Нет, по-моему, девочки хана. Черт тебя за ногу. Сейчас случится что-то, что никто не должен видеть. Что, блин? А давайте не промахиваться! Так, я понял. По внешней пьем, потому что иначе... заклинило из-за вашей атаки. Отлично. Нет!
бьем по внешнему кольцу. Это вообще возможно? Черт! Ну все, волчицу грохнули. Да. Мне интересно, это вообще реально или где? Вот эти цепи, это вообще читерская фигня. Минуточку, а это бессмертные, что ли? То есть я их бью, там вливается урон, просто чудовищное количество, но... ГГшечка. Шара! Ладно. По нему можно попасть или нет? Нет, ну, то есть... Нет, ну она попадает, типа. Минус, понятно. Блин, нам нужно что-то с точностью делать. Ну, потому что мы очень сильно промахиваемся. Наши проигрыши в основном из-за того, что мы промахиваемся. Хорошо. Я понял. Я понял то, что... Что мы можем это сделать, но мы не можем выиграть. Ну, то есть, серьезно. Нам два раза с ним драться, и нам на два раза с ним не хватает драться. Он просто побеждает тупо, у нас не хватает хилок. Ладно, ребят, давайте тогда заканчивать эту серию. Я пока подумаю, что делать. Наверное, я просто пока что схожу в библиотеку, посмотрю, что там. Я не знаю, как пока что это проходить. Черт с ним. Пойду в другую сторону, разведаю. На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодчик. Всем покеда.